8 человек, занимавшихся разбоем и вымогательством в составе преступной группы, осуждены в Актобе. Установлено. В прошлом году подсудимые, приехав к потерпевшему, угрожая ему ножом, увезли из дома и начали требовать деньги. В итоге оформили кредит на сумму 2 миллиона тенге. На счету у преступников не один такой эпизод. По отлаженной схеме они увезли из дома еще одного жителя. Когда выяснилось, что требуемой суммы с него взять не получится, они незаконно завладели автомашиной ВАЗ-21140, принадлежащей его отцу. Осуждены молодые люди в возрасте от 20 до 36 лет. Все ранее судимы. Мужчины являются приверженцами деструктивного религиозного течения.